Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Вести из подземелья». Сегодня у нас в гостях «Москва-24» с новым специальным репортажем от «Хоббита-отшельника». У вас прям как в Голливуде, со всех сторон как вещание онлайн. Как в Голливуде? Какой же здесь Голливуд? В смысле, как в Голливуде? Здесь настоящий Голливуд. То есть вы снимаете здесь вас, а мы снимаем вас. Здесь еще третий канал. В моем телевидении важно то, что я думаю. Потому что это мое телевидение, телевидение для меня, в общем-то. Так, Петруха. И то правда. Сейчас мы вам даже как-нибудь вот так все сделаем. Да. Вам вот эта штука не мешает? Снимаю. Нет. Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Вести из подземелья». Я уже давно думал о том, что стоит рассказать, наконец, о Вишневом саде. Что такое Вишневый сад? Вишневый сад – это пьеса Антона Павловича Чехова. И самая главная идея, на мой взгляд, которая лежит в основании этой пьесы, это идея патриотизма.